Всем привет, все вместе. Я так поняла, пришли трансформироваться. Че пришли? Ну вот она, я вся, да, меня посмотрели. От дождя спрятаться. Дождя уже нет. Спросить Лос-Анджелес, футболка там приобрести. В смысле, в трансформационной области? Да. Нет, серьезно, такое название, да, которое я напишу даже, буду немножко писать. Трансформация идентичности. Правда, хочется услышать ваши ожидания. Почему? Потому что, на самом деле, для меня слово «трансформация» — оно не пустой звук. И я подозреваю, что люди, которые приходят на такое, просто даже на мастер-класс с таким названием, что-то себе думают об этом. И поэтому хотелось бы услышать вообще, какие у вас ожидания. Скажи. Можно говорить, даже не думая. Иногда это гораздо лучше. Ну, наверное, я играю какие-то роли в жизни, да? И хочу понять, наверное, какие, может быть, добавить, какие изменить. Какие добавить, какие изменить. То есть пересмотреть свой репертуар. Ну, да. Хорошо. Скажи. Мне нравится. Пересмотреть репертуар. Это скороговорка, спонтанно возникшая. Так что? Без понятия, честно. Без понятия. Мне сказала, что это будет интересно. А. Алена, да, она такая. Хорошо. Ну, ладно, принимай. А я почемучка. Почему? Да, я очень часто задаю вопрос «почему?». Поэтому я так думаю, что мне все-таки очень хочется понять, зачем. Я спрашиваю «почему?». Ух ты, возник новый вопрос. Обычно говорю «почему?», и тут вдруг задалась вопросом «зачем?». Хорошо, годится. Маш. Я просто продолжаю в декрете. Настолько деградировала, что я хочу немножечко пообщаться с умными людьми, немножко вернуться на какой-то... Какое-то состояние. Какое-то другое. Да, другое, да. Арина, скажи ты. Я пришла для того, чтобы лучше научиться идентифицировать себя, то есть лучше понимать, что я представляю в данный момент. Причем, ну, с кем или с чем я себя идентифицирую. И причем, ну, благодаря урокам, которые были раньше, бывает такое, что идентифицируешь, да, понимаешь, что вроде бы вот это вот я. А когда чего-то добиваешься, понимаешь, что нет, это не я. Я, оказывается, была где-то еще глубже. И еще хотелось бы научиться менять какие-то, как это сказать, не стереотипы, а может быть стереотипы, которые были заложены в детстве, которые закладываются обществом. Потому что очень часто бывает такое, что понимаешь, да, что это навязано. Но против этого никуда не можешь пойти. Вот это как бы объясняешься логически, но он все равно сложно. Ну да, но логика же находится на том же логическом уровне, что и эти сценарии. Ну, хорошо. Спасибо большое. Да. Даша, скажи ты что. Я, ну, мне интересны все мастер-классы и тренинги у НЛП. Просто панорка, так и скажи, да. Увага! Успех отримав доходи, здоров'я, щастя. Умови успішного спілкування, практик, ясномовлення, гіпноз. Спішаєш? Хорошо. І от мене чекає ще якесь таке загальніше літо з новими людьми. І мені хочеться таке краще, або щоб їх краще розуміти. В общем, хочу змінитися в лучшу сторону. Понять, там, айді, наприклад, хто я, які у мене можуть бути ролі, і так, щоб ці ролі були... Ну, вот когда я буду играть эту роль, чтобы это было по-настоящему, ну, по чуть-чуть, там, а не там на бортаже чем-нибудь. Я поняла, хорошо отыграть свою вообще, роль. Вообще, да? Вообще стать лучшим. Вообще что? Стать лучшим, чем я есть. Да, ну это разве возможно, Даша? Ну, разве я хочу больше развития. Да, да. Я поняла. Вот так. Хорошо, спасибо. Скажи. Вообще-то я записалась от страха перед сертификацией. Это взятка тренировала. Прошла, все, я же уже пришла. Нет, на самом деле хочется еще больше поведенческой гибкости, потому что иногда не хватает. Хорошо. Скажи что-нибудь. Трансформеры смотрели?
фильм «Трансформеры» смотрели. Репертуарные... Ну, в зависимости от обстоятельств, изменений. То есть хочется и просто изменений, да? Уметь меняться в зависимости от обстоятельств. Ага. Спасибо. Ян. Ну, найти еще себя какую-то. Мало, да? Вот всего мало, того, да. Что-то я поняла. Скажи, пожалуйста, что-нибудь. Здравствуйте, Светлина. Знаете, вот хотелось бы понять иногда в жизни, почему происходят с тобой те или иные ситуации, да, задумки, или наоборот, почему они не происходят? Вот. Класс. Вот почему, вот что произошло со мной в каком-то момент? Бывает вот обидно, бывает просто непонятно, почему. Наверное, надо приспособиться больше к той ситуации, которая сейчас в жизни, и ее более спокойно воспринимать для себя, прежде всего. Правильно, я бы сказала. Воспринимать ту ситуацию, которая у тебя в данный момент. Спасибо. Хорошо. Скажи что-нибудь, а зачем пришел? Еще я опоздал. Мы все заметили. Ну, пришел, потому что интересно. Что я хочу от тренинга? Ну, до мастер-класса, это не тренинг. А, ой, да, от мастер-класса, ну, узнать о ГИЛ. То есть у меня, я, можно сказать так, не очень определен сейчас в этом плане. Хочу... Не знаешь, кто ты? Да. Угу, годится. Хочу в этом, да, узнать о себе что-то. Угу. Алёнушка, скажешь что-нибудь? Я только прочитала такую интересную мысль, что некоторые люди живут своей идентичности одной единственной всю свою жизнь. И чувствуют себя при этом как-то. Mm-hmm. Вот. А я понимаю, что у меня так часто что-то меняется в жизни. Вот сейчас очередной этап, и мне хочется понять, что же я собой представляю. Mm-hmm. Я не поняла вот про тех людей, которые одной идентичностью живут. Это в смысле им умереть просто или как хорошо? Я не знаю, это, наверное, задумка автора. Mm-hmm. Как-то эту фразу, да? Буквально цитатку. Mm-hmm. Сереж, скажешь что-нибудь? Да, я вдруг обнаружил, что как раз на меня влияют обстоятельства последние там какие-то вот времена сильно. Хотелось бы наоборот удерживать какую-то идентичность, невзирая на то, что обстоятельства изменяются. Угу. Хорошо, годится. Спасибо большое. Я могу вам сказать, что вот тема, вернее, идея этого мастер-класса, она зародилась у меня очень давно. Наверное, еще так давно, как, даже не столько мастер-класса, я вот размышляла об этом, да, еще когда даже не была тренером. И мне казалось, что каждый человек проходит в своей жизни какие-то кризисы. В смысле, казалось, все мы их проходим, и как бы все нормально. Но мне казалось, что кризис – это такая маленькая смерть. Да, вот, потому как что-то происходит в нашей жизни, что настолько меняет, настолько переворачивает, если ты успел перестроиться, то ты вышел на следующий уровень. Да? Как-то вроде как изменилась ваша жизнь после просветления? Никак. Я тоже собираю лис, рублю дрова, ношу воду, да, ну, как мудрецы говорят. Вроде как ничего не изменилось, но что-то качественно поменялось. И я заметила, что люди бывают обычно в кризисе в двух состояниях. Первое состояние – это желание найти выход, да, и бесстрашный какой-то выход за зону комфорта. И второе состояние – это удержание предыдущего мира. Участник под ритмичные удары бубна. Бубен – главный инструмент шамана, транспортное средство, которое помогает переместиться вглубь подсознания.